Всем привет! Мы студенты Самарского государственного университета путей сообщения, факультет эксплуатации железных дорог. Все образовательные учреждения Российской Федерации перешли на дистанционную форму обучения в связи с пандемией коронавируса. Но это не означает приостановку учебного процесса. Занятия в нашем вузе продолжаются на базе электронной информационной образовательной системы Moodle. В период режима самоизоляции мы продолжаем изучать учебные дисциплины, оставаясь дома. Каждый день по расписанию у нас проходят как лекционные, так и практические занятия. Мы общаемся с преподавателями в режиме онлайн и дистанционно получаем новые знания. Дистанционное обучение требует как от студентов, так и от преподавателей высокой степени самоорганизации и самостоятельности. Это совершенно новый и полезный опыт для студентов, для преподавателей и для вуза в целом. Продолжая обучение дома, мы не подвергаем опасности тех людей, которые окружают нас.